сөйлеулері һәм мына Рәмидің миңе бағышлап шиғыр яҙыуы әлбиттә шул хәтле минең йөрәгемдә бер вакытта лай юрматлық эт қалдырды. Шуның өсен хәдер барығыздың исемендән, барығызда мұсылмандарында, аның инде ятқан ере геннәттә булып, шундайын рухы шат булып, ұжмақ ішіклерін асып күріп, ұжмақ түрлерінде отырыға насып күрді деген изгі тілектер білен қолай. Рахмет әлге. Дорогие гости, Зора, мы с вами все по шухат ли матур жерлар, шухат ли матур истеликлер высыщен. И вообще, вот смотрите, сегодня такая замечательная атмосфера, да, настолько все от души, настолько у нас все такое неофициальное, и стихи, и песни, и воспоминания. Сколько вот мы о первой любви тоже поэта узнали, а вот об этом ведь нет в официальных источниках. И вот Шамсиапа тоже какие интересные вещи нам рассказала, воспоминания. А сейчас я хочу пригласить еще одних наших замечательных участников сегодняшнего вечера. Это наши прекрасные артисты. Они не так давно вот стали здесь появляться, но мы надеемся, что наша дружба, наше сотрудничество будет надолго и крепко, да? Это наши прекрасные артисты, дуэт великолепный Каримовых Луиза и Арсен Каримовы. Арсен уже сегодня немножко на Кураева поиграл, вы его видели. Пожалуйста. Это у нас артисты известные в Башкирии, да? Работали в Сибайской филармонии, правильно я говорю, да? Дайте, пожалуйста, вам слово. Всем добрый вечер. Приятно всех сегодня видеть. И огромная благодарность Афепова, что он нас пригласил. И вот очень приятно видеть своих земляков из Уфы. Тоже немного волнуюсь, и извините за шпаргалку. На стихи Рами Гарипова «Утеля ките яшет».